Итак, друзья, всем привет! С вами Вокс. И мы сейчас будем проходить кампанию Fear 3. Давно я хотел поиграть в эту игрушку, она у меня была, и вот на самом деле, я думаю, стрим меня заставит все-таки ее пройти, потому что как-то, когда она только вышла, я ее прикупил, прибежал домой счастливый, распаковал, поставил, установил, там все, скачал все обновления, начал играть, прошел буквально где-то, ну, может быть, полчаса, может быть, час, думаю, на сегодня хватит, и как-то прошло несколько месяцев. Вот, да, это мой, можно сказать, что второй запуск Fear вообще у меня на компьютере. Соответственно, сначала я буду его проходить. Вроде мы с вами настраивали эту игру. Сейчас не должно быть лагов, но если лаги будут повторяться, то будем пытаться, как говорится, настраивать сразу во время стрима. Может быть, что-то, конечно, из этого и выйдет хорошее. Вот. Ну что ж, друзья, вы готовы? Готовы к стриму? Вот, я думаю, все у нас должно получиться, во всяком случае, как бы мне бы этого очень хотелось. Вот. Лагов не было. У меня на картинке нет. Вроде не было. Вроде лагов не было. Ну что ж, друзья, давайте. Go, go, go! Итак, игра Fear 3. Будем бояться вместе. Так, начнем мы новую игру. Посмотрим сейчас, наверное, полную заставочку. Пум-пум-пум-пум. Ну что ж, выбираем бесстрашный, то есть Т, тяжелый. Ясно, погоди. Что, Unknown? В диспетчере, приоритет. Смотри, в данном случае считаю, что... Что тебе сказать? У меня 4-ядерный компьютер, 16 гигов оперативы, AMD-ха по 3,7 гигагерца каждое ядро. Windows 64, вот. Я думаю, как бы вряд ли, скорее всего, это из-за компа, из-за какого-то приоритета. Соответственно, в данном случае, может быть, что-то как бы не заточено как бы не так. Вот. Я, конечно, попробую это сделать, но вот сколько стримов я стримил, ни разу я приоритет как бы не поднимал, и все нормально было. Вот. Ты не говоришь о компе, в диспетчере. Давай попробуем в диспетчере. Так, процессы. Пум-пум-пум-пум. Где XSplit? XSplit. Приоритет. Ну что, высокий или выше среднего? Какой поставить? Давай. Сколько стоит такая машинка? Ой, блин, ну, прилично. Прилично стоит такая машинка. Хотя сейчас уже нет. Покупал как бы я давно, вот, правда, недавно я обновил. Я купил себе новую материнку, 16 гигов оперативы и вот этот вот процессор 4-ядерный по 3,7 ГГц. И где-то у меня в пятнаху все это обошлось. Вот процессор, оперативка и материнка. Все остальное, в принципе, было. Выше среднего. Давайте выше среднего поставим. Так, приоритет выше среднего. Изменить приоритет. Все окей, хорошо. Ладно. Ну что, выше среднего я поставил. Все, теперь мы можем начинать. Ну что ж, друзья, тогда давайте начинать. Давайте начинать. Так, ну что ж. Новая игра, бесстрашная, да, я так понимаю, что вы все хотите смотреть на то, как Вокс кранить будет, как он будет злиться, беситься. Поэтому уровень сложности берем тяжелый. Ну что ж, погнали, смотрим заставочку. Всем приятного просмотра и с наступающим. Prototype commanders in the emerging field of psychic warfare. I was the favorite. I gave them what they wanted. I gave them blood. They say the synchronicity with my mother made me homicidal. He was the first prototype. His enhanced reflexes made him an unstoppable killer. When my brother found me, he put a bullet in my head.
But our psychic link never broke. Like a curse, bound by blood. Такая вот заставочка, кровища вообще немерено. Эй, куда ты делся, вот блин, гад. Так, ну что ж. Погнали! Совершите побег из изолятора. Окей, совершим. Так, что у нас тут? У нас тут ничего. Ты что там сел-то, а? А ну встань. Вот, блин, трусиха. Why we always gotta set up camp in the greatest shitholes of the... Christ, you didn't hurt yourself, did you? Hey, sound off over there. Так, все, вроде нормально. Так, Омон, ты говоришь, там какая-то полоска есть, да, наверное, не убрал. Просто как бы если... Я могу ее попробовать сейчас убрать. Пиксельная полоска. Справа. Что если я только, наверное, чуть-чуть. Вот так. Я надеюсь, она пропала. Так. Ну все. Сейчас должно быть нормально.
Ой, блин, вот что за привычка-то? Ну-ка. Отлично. Так. Вырубаем. Дверцы откроем. Обычно, когда из тюрьмы... Ненавижу. С, точно, С. Последняя контрольная. Ой-ой-ой-ой-ой, ладно, теперь мы знаем, куда идти надо. Привычка просто контрстрайковского. Так, давайте сюда. Ну, вылези. Так, привычка контрстрайковская, то, что нажимаешь на левый контрол, как бы внизу, соответственно, а это здесь включить замедление времени, так. А у меня присесть это С. Так, понятно. Все отлично, тут мы их рубанули. Так, надо постепенно привыкнуть к этому управлению. И будет все у нас отлично. Так, F-фонарик. Здорово. Контролы? Да нет, я не люблю играть, как бы... Что-то менять. Что-то менять я не люблю, потому что, как бы, ну, блин, не то. Потом начинаешь мучиться в кнопках, подбирать что-то, настраивать как-то. Я люблю всегда стандарт. Сделали так, значит, это удобно. Так. Чё, блин, ты кто тут стучишься? Вроде никого нету. Достижения какие-то я собираю. Так. Присесть, чтобы укрытие какое-то. Куда мы идем вообще? Так. Да ладно. Так, теперь подаю голову. Отлично. Минус один. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, это поинтереснее будет у нас. Да я здесь, чё ты? Так, ой-ой-ой-ой, сейчас меня убьют. Контрол, замедление. Ай, блин, неудобно. Один патрон? Да вы прикалываетесь, реально. Так, минус. Пять патронов-то, а? Сейчас все классно. Так, попробуем. Это плохо. Так, граната на что у меня? Граната на что? Так, все, патроны немножко забрали. Отлично.
Так, вроде нормально. Пистолет перезарядить. Все. Теперь мы готовы ко всему. Патроны только собрать надо. Где-то тут один сидит все-таки, Крендель. Все, спать. Так, все здорово. Фига тут всякие символы вообще. Ой-ой-ой-ой. И что, ничего нажать? Блин, столько кнопок и ни на одну нельзя нажать. Ну вот что за бред? Как так можно делать такие игры, а? А я хочу поиграться, блин, в Quake какой-нибудь. Ладно. Так, понятно, тут ничего нету. Пульты зачетные. Вообще зачетные, блин. А ничего не нажать, а это бред. Так, я понял, у нас... Ой-ой-ой, эй, чё... Альма! Ёшкин кот. Так. Есть у нас тут что-то. На самом деле, они пытаются сделать какую-то страшную игру, но... Ничего у них не получится, потому что самая страшная... Ой-ой-ой. Самая страшная игра, которую я когда-либо видел, в которую когда-либо играл, это все-таки Dead Space. Вот мне она офигенно понравилась, честно говоря. Ей телепатическая часть воздействует. Ну, давайте. Ой, установлена скрытая там часть. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Короче, понятно. Поехали. Медведь-псих смерти считает. Take care with your flashlight. It will give you away. Stick to your designated patrols. Don't go wandering off in here. What's your status? Nothing so far. Hear that? Stay sharp. Enemy sighted. Ой-ой-ой. Блин, как их много-то вообще, а? О-о-о. Печа... Да ладно! Офигеть! Да ладно, блин, это ж вообще жесткач-то, а? It's him, конечно, это... Блин, сверху лазят. Вообще же ай, ну блин, почему вот мне нельзя управление как в контре сделать-то, а? Ага, хрен тебе. Ну давай, вылазь. Слышь, ты герой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, жесть, это вообще не прицелится. Нормально. Управление, конечно, оставляет желать лучшего. Don't come any closer.
Иди сюда. Воу! Чувак, ты как-то поаккуратней. Вышел такой бодрый-то. Так, моя крепость, моя стена. Да ты... Сдохни-то, а! Вот почему-то у нее вот недоводка вот идет, когда медленно, вот он медленно почему-то. Мне, блин, может акселерация где-то включена мыши-то, а? Так, настройки управления мне. Поражение, фиксация, конфигурация контроллера, штурм, вибрация, контроллер, фиксация масштаба, выкл, положение, сев, выкл, автоприцел, включено. Автоприцел выключен. Что значит фиксация масштаба? Кто знает? А, ну ладно. Включить возможно. Так, выключить конфигурацию контроля. Для вида автоприцел. Включить с помощью на прицеливание. Не надо мне есть управление, кажется. Вот это... хорошо, давайте попробуем так. А, все, вот оно. Элементарно, Ватсон. Погнали. Сейчас мы все сделаем тогда. Так, оружие собираем, собираем. Все, вот оно вообще. Вот где собака зарыта. Так. Эй, пустите меня. Впервые вижу. Можно как стелс, честно, не знаю. Блин, заблокировано. Где разблокировать-то можно? Хотя, с другой стороны, зачем было разблокировать? Тут пульт где-то должен быть. Я вот, помню, в прошлый раз играл. Тут где-то есть пульт какой-то. Нажмите текущее испытание. Что за испытание? А, понятно. Испытание. Какие же это испытания? Так, Е это закрыть. Ой, гранатки там, все. А ну подойди! Блин, жесть-то вообще. А ну-ка, давайте мы его со второго этажа попробуем снять. Так, есть еще у нас еще и третий этаж. Ай! Ай! Демоны забетонировали, заблокировали. Замуровали. Этот снизу бегает. Так, все, ты спать. Откуда? Снизу. Ну тут сейчас получше стрелять стало. Блин, материться-то вообще как, ну? Иди сюда. Ололо? Иди сюда, я тебе сейчас ололо покажу. Так, где еще один? Кто тут разговаривает? Блин, что за вообще жесткач-то вообще? Толпа народу? Ай! Вот и все. Так, тогда можно, если там это стояло, тогда можно вот такую штуку сделать. Во, все отлично. О, здорово.
Акела, наверное, переводила. Ачивки? Ну, в принципе, да, ачивки — это тоже одно из самых крутых вообще в этой игре. Вообще, во всех играх, где есть ачивки, они считаются крутыми. Ну, по крайней мере, мне нравится. Я раньше вообще дофига собирал всяких разных ачивок, то есть там бился. У меня вот в Left 4 Dead первом, да, вот у меня все ачивки собраны. Кроме последних. И во втором тоже все ачивки собраны, кроме последних. Да, блин, заблокировано. Кроме последних, когда добавили там новую компанию, у меня там, по-моему, нету там то, что бил. Там должен пожертвовать собой, по-моему, что-то в этом роде. Вот. Так. Куда нам здесь идти-то надо? А куда нам идти? Так, здесь мы все взяли. Мы открыли дверь. А куда нам идти надо? Так, заблокировано. Отблокировано. Так, ну тут все открыто, мы здесь все открыли. А тут карта какая-то есть там или что-нибудь в этом роде? I'm alone. Ага, вот тут какой-то проход. Так, А сюда. Пойдем на плент А ставить бомбу. Так. Здесь у нас выход. А, нам же надо направо, они же вот оттуда выбежали. Все, точняк. Так. Теперь и тут разблокировано. Все, они же отсюда выходили. Я туплю, что-то бегаю. Так. Ой-ой, чуваку плохо. Так, заблокировано. И открыть. Блин, там кто-то бегает, вы видели? Там кто-то есть, помимо нас. Так, тут открывается дверь. Так, тут все заблокировано. Ой. Установить телепатическую связь. Установлена закрытая телепатическая связь. Прикольно. Вот что она мне дает? Это закрытая телепатическая связь, кроме вот этих 1500 очков. Вот офигенно. Чувак сбегает из тюрьмы... И он получает 1500 очков. Интересно, что он будет тратить, а? Блин, чел, ты как-то... Я же настроил уже практически все. Ну? Да ты, блин, посмотри на него. Так, прицела там не видно. Ты как-то быстро сел. Вот и все. Кусок дерьма рухнул. То есть рухнул как кусок дерьма. Все-таки не будем их так называть. А мертвых либо хорошо, либо никак. Так. Все, собираем. Воу! Чел. Я чуть зажим не сделал, это вообще жесткий. Повышение, оу! Способность подкат. Чё за прикол-то вообще? Чё за повышение? Так, вылазь. Вылазь, а то я выйду. Ох ты! Как оно? Как оно еще бывает-то? Ну? Ну? Чел, вылези! Дай! Ты вообще обнаглел-то, а? Target.
Так, ну вроде как тут все. Так, там чуваку плохо вообще, реально. Ай! Надо подойти, коллекционер. 40 из 60 соберите. Что-то там надо собрать. Так, ну да. Ой, гранаты тут всякие. Блин, что за гранаты? Разные гранаты. Одна, блин. А на что гранаты кидать-то? Управление. Назначение клавиш. Бой. Мышь. Тан-таран. Бросить гранату. Мышь 4. Что значит мышь 4? Прицелиться. Сменить оружие, колесо мыши и взять шоковую гранату. Шоковая граната. Осколочная 2. Световую 3. Йо. Вот оно что. Так. 4. 2. 3. Так, 5 это все меняет. В принципе, один пистолет меняет. Двойка. Тройка. Четверка. А, у меня шоковой нету, да? У меня световая есть. Понятно. Световая граната есть. Отлично. Будем знать. Покажи подкат. А как подкат делать? Я не знаю, как подкат делать. Ой! Как подкат делать? Я понятия не имею, как подкат делать. В управлении глянь. Давайте посмотрим управление, действительно, как подкат делать. Так, чувствительность ТО управления пам-парам, замедленный режим, использовать Е, мышь 5, фонарик в укрытие, бой, мышь 1. Так, прицельный масштаб. Дополнительное взаимодействие в укрытии, фонарик, замедленный режим, движение, обзор, присесть, пробел, стоять, ну, передвижение назад, транспорт, феттель, присесть и удар в паре, прочее, быстрое обновление, класс, F1, так, щиты, с пушек, феттель, бросить, поднять, оглушать, в укрытии замедленный режим. Что-то я не могу понять. Огонь, удар. Следующая граната. Предыдущая граната. Перезарядить, взять световую. 3, осколочная 2, шоковая. Ага, колесо мыши. Движение, обзор, присесть. Смотреть, не посмотреть. Передвижение, передвижение. Короче, так я и не понял. Но у меня есть подкат. Вау! Ну, ай ты твою. Так, вроде как все. Тут справились. Объект наверх. А, вот он, подкат. Разогнаться и на удар. Круто. Теперь мы с вами знаем, как подкат делать-то. О, теперь можно и патроны даже не тратить. Что-то открываем. Так. Да выйди ты отсюда. Ага, дверь открылась. Ой!
Блин, как-то жестко-то вообще. Они-то атакуют. Ой! Блин, опять эти гранаты. Так, одна световая. Так, две осколочные. Понятно. Ладно, будем... Воу! Что ж вы жесткие-то такие? Как мы четко вырубили этого чувачишку. Офигеть, сколько их много-то, а? Я вырубил. Вот и все, теперь ты будешь спать. Так, ну ладно, вроде тут мы прошли. Вот еще, блин, хоть бы стрел какая-то была. Дельта 3-2. Ага, блок С. Отлично, я на блок С иду. Еще там связь телепатическая какая-то. Ой-ой-ой. С туда. А там хорошо. А там что тогда у нас? Блин. Я заблудился. Ну... Так, тут у нас... Ага, оружие. Ну, это дробовик. Дробовик, это неинтересно. Ага, все, дальше туда. Нельзя, типа, да? Ой, блин. Ух ты, привет. Мама. Господи, найдите куклу Альмы. 5000 очков. Куда я залез? Ядрен батон-то. Так. Блин, лазим мы где-то непонятно. Там что-то рут нам яйца, блин, ну все. Так, нельзя по неизвестным местам лазить. Пошли. Да, тут опять взрывается, я все помню. Оу! Блин, кто кидается? Альма! Мама! Альма же вроде как бы его мамка-то, его и этого брата Феттеля. Там по первым частям. Но она так жестко вообще... Да чувак, ты кто такой вообще? Чё ты носишься? Так. А нам куда надо? Туда или туда? С. С туда. Давайте посмотрим, что здесь. Так, тут чуваку плохо. Опять телепатическая связь. Вот что-то мне этот звук вообще не нравится. Вот вообще не нравится. Жесткач вообще. Звуки. Вроде из тюрьмы убегаю, а звуки такие, что просто... Ой-ой. Это что за дрянь? Что за Resident Evil у меня в прямом эфире-то, а? Что-то я очкую. Славик. Славик, что-то я очкую. Нет. Блин. Пеп. Разреши мне проводить нецензурные стримы. Вот-вот срывается уже. Так. Фух, это глюки. Ну давай не ко мне как-то, вот рухни и все. Я даже у тебя патрончика не тратил, чтоб ты так помер. Видишь, я какой хороший.
А, нет, ты же научился точно его пристрелить. Ну, ну ладно. Так. Фактическая связь, 1500 очков. А что у нас? F1, да? О, агрессия 2, тактика, текущий рейтинг. А как-то прокачиваться там можно вообще, нет? Или мне просто это постепенно прибавляется? Дар, прохождение испытаний. Блин, хрен знает, ладно. Вообще, кто играл, подскажите, зачем вот эти всякие очки нужны? Что с ними вообще происходит? Target acquired. Один выстрел, один труп. Так. Давайте фонарик выключим. Оу! Вот третий, это что, прототип? Ёпаный, я целый прототип. Это хорошо или плохо? Чувак, тебя только что рубанули. Так, все, собираем здесь. Снайпер круче, у него один выстрел, два трупа. Кстати, да. Это... офигенный фильм с Томом Беренджером, «Снайпер» называется. Вообще офигенный фильм, просто один из моих любимых. Кстати, вот я смотрел «Снайпер», но я не смотрел «Снайпер 2», «Снайпер 3», там еще, по-моему, «Снайпер 4» есть. Во всех Том Беренджер снимается, но я, кстати, ни одну из этих частей не смотрел. Так что, честно говоря, как бы, да, я не хочу портить все впечатления, потому что, как чаще всего бывает, что, блин... Ой, не на то нажал, нажал присесть. Как чаще всего бывает, что... Ай! Первая часть нормальная, а потом... идет всякая дрянь. Вот, поэтому я и не смотрел. Остальные фильмы... да, плюс один кофеин. Картинка в описании не та. Саймон, да, потому что я... Блин, подожди, Саймон. Потому что я прошел God of War 2 на стриме очень быстро. У меня осталось время. И просто вместо того, чтобы сейчас заниматься исправлением картинки не то и так далее и тому подобное, я лучше сразу запустил стрим. Настроил его. Ай, ты шкарала. Блин-то. Пережидаем. Плюсы какие-то к характеристикам. А они автоматически мне как-то прибавляются? Или мне надо куда-то заходить, там, как, например, в РПГшных играх, там, прокачивать там персонаж, там, броню, у меня там какие-то умения, характеристики, что-то в этом роде. Так, чувак, идите. Я там взорву немножко, слегка. Ладно. Че, мне там надо идти туда? Где ты? А, вон он. Блин, я его реально не вижу. Нет, не отсюда. Ой. Офигеть, блин, эти взрывы-то. А что делать-то? Как мне пройти-то туда? А-а-а!
Да я не понял, мне как-то надо пройти. А как пройти? Ладно. Идем через другое место. Все рушится. Блин, тут тоже галимое сделано, да? Но по идее-то должны были пули прошивать. Я стреляю, я в него не попадаю. А по идее пули-то должны были проходить. Так, тут, блин, все завалено. Ну как тут пройти-то? Мне на второй этаж туда надо как-то. Так. Да, я сюда попал, допустим. It's over now. Give it up. Но я же сгорю к чертовой ядрене фени матери, а? Если я попрусь оттуда. Или не сгорю. У огня дверь была. Давай посмотрим, блин. У меня дверь была. У меня была дверь. А, да, точно, блин, друзья, спасибо. Спасибо. Спасибо, ребята, я вот на самом деле что-то порой бывает как-то заигрываюсь. Офигеть, откуда ты взялся, ядрен батон-то, а? Это типа он так бегает, блин, как слон просто. Реально, как слон. Или что это вообще происходит? Так... А народу-то много, больше. Ай, блин. Чё за звук-то? Что это за дрянь-то такая-то? Что происходит? Ой-о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 й
Чел, давай вытаскивай меня, братишка, слышишь? Ой, да он давненько, по-моему, тут плавает. Мы получили Феттель в этом задании.
Appointment. Окей, хорошо. Агрессия 2, 8 тысяч. Тактика 15. Дар, это самое. Так, любимчик. Ха, отлично, рекорд 60. Столько там под итог, столько тра-ля-ля, тра-ля-ля. Время, столько, требуемое время. Эх, лошара. Так, продолжить главное меню. Описание. А, что это я заработал, да? О, я... Найдите куклу Альмы. Да, я ее нашел. Брони там пром-пом-пом-пом-пом-пом. А, вот. Пистолетчик не убил. Круче некуда. 100 убийств подряд. Сделал 86 только. А, использовать укрытие в течение 200 секунд. А, понятно, дело в рефлексах. Ясно, мастер-боксер там. Суперзвук. Хорошо. Ладно, будем, как говорится, продолжать. You still don't remember, do you? How he locked us away, treated us like rats, like monsters. He tried to keep us from mother, but he failed. Пойнтман намерен разыскать Чин. Хорошо, трущобы. Трущобы, по-моему, канализация какая-то, явно не трущобы. Хочу кооператив загамать. Кстати, у меня была идея там по поводу кооператива. Get up, they're coming. Вставай, идут. Кто идет-то? У меня есть что? Блин, у меня опять ни хрена нету с собой. Выбирайте трущоб, окружающих тьму и разыщите Чин. Где же взять пульки, пострелять-то? Кстати, Deus Ex, ой-ой-ой. Какое-то... Что-то непонятное было. У меня Deus Ex, кстати, есть. И у меня есть еще Duke Nukem, который я не играл. Ой, ой-ой-ой. Ой. Ой, пистолетик, отлично. Ну, так уже веселее. Так уже лучше. Блин, что-то его приглючивает вообще. Так, вот тут все. Что за чудо это было-то вообще? Блин, что-то я очкую, Славик, вообще. А, пирожков сгревают. Точняк, блин. Я думал, съесть, не съесть. Какое-то повышение. Изгнанник. Плюс один патрон, там что-то там мне дали. Ладно, хорошо. Чего? Тихо, я что-то слышу. Ну ладно, слушай дальше. Офигеть-то, эу! Command, Echo 3-1. We got him. Preparing for pacification and transport. Come up out of the northwest corner. За дрянь-то такая.
Фух. Да. Со слабой психикой в такие игры играть нельзя. Слышь, FPS Max, не надо нам концовку рассказывать. Один раз был у нас товарищ, который рассказал нам концовочку игры Heavy Rain. Это было не очень прикольно. Да, смысл тогда вообще всех этих стримов, если ты расскажешь концовочку, да, или тупо тогда стримить как бы только какой-нибудь StarCraft, где неизвестна концовка. Хотя если там играют какие-то проигроки, тогда более-менее она известна. Блин, да как меня штырит-то, а? Echo Squad's gone dark. Hey, we don't get a leash on this subject, we'll have us all twisting in the wind. Станция 3 метра. И камыш растет в трущобах. Вот гениально, вот гениальное решение. О, блин. Посреди двора в трущобах растет камыш. Еще и утка, наверное, где-то здесь полетит. Ну, я просто говорю, как охотник, ребят. Вот. Завтра, кстати, я на охоту иду. На зайчика. Так. Камыш это нечто. Так. Кукуруза? Сомневаюсь, что это кукуруза. Delta 3-2, scanning for target. Get some reinforcements in there! Open up! Come on! Operate my weapon! Слышь, чел, я тебя вроде бы присты... Вот скажите, пожалуйста, я ему случайно не в голову стрелял, а? Да, я только начал играть, можно сказать. Вторая глава. Офигеть. Ничего нету? А, есть. Так. Ну, какие-то трущобы, если честно, не очень вообще. Реально не очень. Можно было что-то... Да, блин, изобразите получше. Так. Вот в голову ему стрелял, он что, гранату кидает, офигеть. Но он же без каски-то, а? Ну чё за... А вот этот вот чел бегает постоянно, я его, кстати, не первый раз уже вижу. Ай. Давайте 200 секунд просидим за этим сам, за укрытием. Там, кстати, есть у нас такая штука. 200 секунд. Ну, все равно будем сидеть. А, использовать укрытие в течение 100 секунд. Ну и где они там?
Стрим не упал, друзья. Вы что? Я уж тут начал переживать. Стрим не мог упасть. Никак. По идее-то. Вроде ничего не предвещало беды. Ну вылези ты оттуда-то, а? Вертолет какой-то летает вообще. Забавный. Блин, а гора-то? Что-то вышли. Так, ну все. Так, все, рубанули этого товарища. Ой, тут оказывается еще такая штука есть. Блин, почему тут? Ага. Тут оружие. Нет, дробаш что-то мне как-то не хочется брать. Блин, давайте возьмем дробаш, попробуем. Что это? Так, у меня либо дробаш, либо калаш. Как дробаш интересно себя ведет. 12 патронов. Сейчас проверим, что это такое. Так, взяли. Не, на самом деле, во многих играх дробаш помогает. Помню, играл в такую замечательную игру, как Doom 3. Блин, офигенная игра. Кстати, на тот момент тоже считал ее самой страшной. Ой-ой, ты какая сволочь-то. Офигеть. Штука-то клевая. Ай. Так, ладно. Откуда еще? Ага! Ай, блин. Блин, а они начинают как-то действовать на нервы. Мне кажется, вот именно так. Так. Что-то как-то дохрена, и что-то мне дробаш не нравится. Не, он прикольный, как бы, но вот он мне не нравится сейчас. Да, жестко. Ладно, нет, мы дробаш все равно возьмем. Вещь, конечно, хорошая. Вот, но. Да. Откуда? Это вообще не прикольно. Блин, с трех сторон-то зажали. Так, все, рубанули всех, ну почти всех. Ты поврешь или нет-то? Блин, это вот жесть. Get down.
Офигеть, ты откуда взялся? Назад. Щемись. Так, вырубили этого. Жесть-то, они вообще откуда тут ходят? И почему тут нету какой-нибудь стрелочки? Куда мне надо идти? Я вот бегаю просто непонятно куда. Дверка открылась справа. Друзья, просто я бегаю так тут шустро, быстро все просматриваю. Ну вот, соответственно, есть небольшая задержка на стриме. Соответственно, когда убейте... Там дверь открылась справа, то я в этот момент уже убегаю куда-то достаточно далековато. Так. Move your asses! He's gotta come this way! Get back behind that car! Someone get up high! Кто-нибудь наверх. He's going inside! My helicopter will likely be the only way to escape. Ёшеньки! Блин, жесть-то, а? Так, чувак, отдохни. Снайперская. Снайперская. Это офигенно же. О, это круто! Снайперская, это вообще клево. Так, рубанули еще одного. Ой-ой-ой-ой. Так. Как мы в рукопашную-то разбираемся-то, а? Ой-ой, тихо. Так, спрятались. Интересно, тут дверь вот эта открывается. Я тут снайперскую взял. А дверь-то должна, по идее, открываться. Да. Так, открылась. Что-то как-то я всех перебил, да? Блин, даже неинтересно. Ой, эта штука взрывается. Интересно, а в этом локации тоже будет... Ой. Окна позакрывали. Ой, вот дверка. Тут тоже будет кукла... Как ее? Мама. Кукла Альмы. Надо будет ее найти. Мулов ждать. Ну, чего? Так. Взрывается. Подожди, мужик, блин, взял, сныкался. Там, как обычно, ничего у нас нету. Вот тут все вообще взрывается. Так, койки.
Привет, есть тут кто? Charlie 2-6 actual, lost sight of target. Не, ну должно же быть что-то, я же не просто так сюда спрыгнул. Или это типа выход? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну этого рубанули. Этого вроде тоже. И это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Фу, блин, вообще, чуть меня не рубанули-то. Офигеть. Назад. Так. Вроде положили целый отряд. Вертолет туда улетел. Ничего нету, что ли? Никакого там... Пусто вообще, ничего. Оу! Ребята вообще не шутят. Где еще один? Блин, еще есть. Где вы? А это кому он кричал? Go, 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 move, move, move. Он вообще сам себе, что ли? Понятно. Что-то ты много говоришь, чувак. Так, ничего. Ничего. Тут тоже. Офигеть, прикиньте, и показывает. Только сейчас, там, по-моему, от одной пули только должен. Уже, да. Оу, чел, ты счастливчик. Реально повезло. Так, я отсюда вышел, мне сюда идти. Ай, гранаты-то, а? Крутая вещь вообще, блин, патронов мало, все, не тратим. Блин, ну это ж клево, это ж круто. Это ж так круто. Снайперская винтовка, обожаю вообще снайперскую винтовку. Вот полтора косарика наши. Гранаты шоковые. Command Charlie 2-6! What's the ETA on that mech support? Lima 5-3 en route delivering mech support.
да. Ах ты, маленький... противный гоблин! Зеленый! Откуда? Вот блин. Так, там что-то вообще большое и страшное. Так, друзья, нужна ваша помощь. Ёшеньки, она здесь-то, а? Взрывается машина или нет? Ай! В лестнице запутался. Так, я смазал одну ракету. Да ладно. Так. Ну что, друзья, вы мне подскажете, что вы мне поможете? А? Есть тут еще кто-то, кто может мне помочь? Что тут вообще делать-то надо? Россия. Все, про меня все забыли. Промежнок бить. Ну это да, единственное, по-моему, правильное, верное решение. Промежнок
сюда, иди с тобой. So much for an easy escape. Так. Это жестко вообще. Ну, давай, вылези. Ты еще ходишь, да ёп. Так, а у меня, по-моему, все, да? Блин, у меня все. Чего делать? Вот и все. Ну а теперь идите сюда. Так, все, эту тварюгу разорвали. Ну и где вы? Все? Ай, ну ты-то тут. Так, собираем. По-моему, у меня вот эти гранаты, которые остались, как раз против вот этой вот дряни. Они, по-моему, как раз электрические и как раз против нее, если меня не изменяет память. Так, дайте я сейчас в чат. Яху, хорош. Естественно, хорош, наш Вокс-то. Так. Чё у меня? Это как раз. А ну вылазь оттуда. Да. Отзывается. Так. Так, тут уже ничего нету. Тогда щипнемся тудысь. Ой, там кукла, по-моему. Куклу нашел. Ай-яй-яй, хочу куклу. Идем за куклой. Отлично. Мы нашли куклу. Так. Здесь должен киса. Ай! А там наверху. Сим-сим, откройся. Эй, соседи, откройте дверь. Ой. Ой-ой-ой, я откуда спрыгнул? Че, не могу обратно вернуться, что ли? Откуда я выходил-то? Оу! Назад. Жесть. Это же скач. Ну
Так, ну блин, это... Пощадите мои нервы, друзья. Установлю на связь. Так. Че, его пристрелило, что ли? Лошок. Посмотрим, что у нас здесь внизу. Может, что-то наковыряем. Какие-то связи эти. Не связи. Да, походу, ничего нету. Только единственная бочка взрывается. Можно было и фигнуть. А, вот они, стрелочки вообще куда пока. Да тут элементарно проходит. Ну, вообще. За кого они меня принимают? Чел, тебе плохо? Воды принести? Нет? Ну ладно, лежи, отдыхай. Блин, так бы кровать, ведь... Чё вы, блин, чё за... У кого день рождения было? Вон кровать, иди там поспи. Блин, вообще, нажрались, валяются, непонятно. Так, захватите вертолет Армахема. Да не вопрос. Chopper Echo 2-4, deliver remaining payload to LZ-1 Beta to support Phasecaster. Copy, Command. Be advised, my instruments aren't looking that hot. Request to fall back once payload is dropped. Deploying Hotel 5-7. Вертолет захватить, да? Ой, а там если я упаду, это будет труба, да? Я там помру сразу, ладно. Это что за чудо-юдо рыбаки-то, а? Оу! Это что за вообще... Чел, ты меня как-то накаляешь-то. Что за прикольчики вообще такие? Target still active. India 2-4, prepare for phase cast. Вот особенно ты здесь. Да ладно! Забавно. Главное бить ледяного, да? Да, ты реально кэп. Вот как ты этот ледяной не бьется, он далековато, что-то меня рубануло. Target still active. India 2-4, prepare for phase cast. Хреновасто мне, меня... Так, давай, отходи. Да, здорово. Target still active. India 2-4, prepare for phase cast.
так. Да, блин, не допрыгнул, да? Да, вот тут начинаются жестковатые штучки. Target still active. India 2-4, prepare for face test. Так. Да ладно, ну залезь ты туда уже. Target still active. India 2-4, prepare for phase cast. Так, надо как-то его резко один раз-то в него попал, понятно, где он сидит. Target still active. India 2-4, prepare for phase cast. Зараза. Так.
Блин, да чё за жесть-то вообще такая? Ну вылези оттуда. Там. Я в него вообще попадаю или нет? Нифига тут такой бочонок прилетел-то мне. Это нифига не прикольно. Блин, жесть. Если Вокс умрет, это будет очень печально. Даже самому Воксу это будет печально, вы не поверите. А все на к тому и идет. А вот и все. Сюда, красавчик. Ну прыгай, ешь. О, отлично. Постучись в кабину к пилоту. Расскажи ему прикольную историю. Ну, да, можно с эффектами в 3D. Да, вот такая вот замечательная история была. Flight training, brother. I never doubted you for a second. Ну, впечатления двоякие, на самом деле, после прохождения этого уровня. Не очень мне понравилось, конечно, как бы графика и прорисовка вот этих вот, как его. Трущоб, если честно, мне это напомнило, скорее всего, какой-то Modern Warfare 2, когда ты там в начало игры, когда там бегал тоже по таким досочкам, по всяким таким райончикам, вот, проламывал крыши, короче, отставал от основного отряда, короче, пытаясь успеть на вертолет, чтобы он тебя забрал, то есть в этом плане, как бы, очень похоже было. Если брать как бы босса, ну, тот достаточно забавный был. Вот. Ну, игрушка на самом деле более-менее интересная, но как-то она однотипная. Стреляешь, 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 стреляешь. Воксик-падальщик. Офигеть. Спасибо, друзья, спасибо. Да, воксик-падальщик. Не слышал еще такого. Ну да ладно. Вот, ну что ж. 23-22. Так, друзья, давайте посмотрим, что у нас вообще происходит. Много ли нас народу смотрит? Сколько у нас сейчас зрителей? Скажите, пожалуйста, на Овнеде и на... Так, 19, отлично.
19 как-то маловато, да? Ну, чую, эфир 3 не пользуется популярностью. Регейм 18, а Овен, наверное, это тоже там человек 10, наверное. Ну вот, Овен 20, ну, в принципе, забавно. Так, друзья, дайте мне буквально, наверное, 5 минуточек. Я сейчас подойду, и мы с вами продолжим. Наверное, еще один уровень мы пройдем. Вот, и на сегодня, наверное, закончим. Ну вот, эту игру я обязательно буду проходить только на стриме. Я вообще стараюсь все игры проходить на стриме. Только я прохожу те игры без стримов, которые не могу настроить или которые жутко лагают. Ну вот, то есть это для меня это был Battlefield. Не знаю почему, он у меня не шел на стрим. Картинка шла, все без тормозов, все отлично. Но вот именно сам прицел в игре, он у меня дергался. Вот не знаю, вот и даже... Еще сам стрим не запускался, а тупо запускаешь эксплит, и все, и прицел дергается. Но фиг знает почему. Поэтому мне пришлось Battlefield 3 проходить как бы вот так вот. Она больше для кооператива, прикольно за брата его играть. Ну, возможно, она прикольна для кооператива, я не играл. Будет возможность, я обязательно поиграю. У меня есть один товарищ, который очень-очень хотел ее поиграть, как мой знакомый. Ну вот, но что-то его сегодня, я смотрю, в сети нету. Но все равно. Так, друзья, насчет групп я отказываю в стиме приглашению группы. Так, а вы подключайтесь к моей группе в стиме. Ну вот, там анонсы будут моих стримов, когда он начинается. Я обязательно туда делаю объявление, что он начнется во столько-то, во столько-то. Соответственно, когда будет начало, то есть тоже вы это все увидите, у кого есть Steam. Вот. Ладно, ну что ж, дайте мне буквально 5 минуточек, вот, и я подойду, и мы продолжим с вами. Пока можете позадавать вопросы, написать что-нибудь там вот в комментариях на SK2TV. А стрим по Dark Souls будет... White Snake. С одной стороны, может быть, он, конечно, и будет. Но у меня сейчас в последнее время со временем проблемы. Если ты заметил, что я очень-очень редко стримлю. Я вот еле-еле достримил God of War до конца. Dark Souls хочу поиграть, но у меня этой игры пока нету. Вот. И когда она будет, я не знаю. В планах у меня постримить Infamous 2, Uncharted 2, наверное, Gears of, God of War 3 и Uncharted 3. Вот я сейчас хожу в магазине и присматриваю себе Uncharted 3, но вот пока еще не решился купить. Скорее всего, сначала куплю вибронакидку, которую вчера так Адольф, то есть не вчера, а когда он позавчера, Адольф тестировал. Мне достаточно понравилось. Так, чую, вы меня не отпускаете. Ну, так что, задавайте вопросы, я приду, обязательно отвечу. То есть в комментариях на SK2TV, в чатах где-нибудь пишите, я приду, обязательно отвечу, пообщаемся с вами. Вот, сейчас буквально 5 минут, и я с вами.
Так, всем привет. Я забыл микрофон включить, тут вам все рассказываю. Вот, я снова с вами. Так, что хочу сказать. В Бэтмена я в первую часть играл. Играл буквально не особо много, но вот потом мне пришлось переустанавливать систему, и я убил сейвки. Что-то не сегодня соберусь еще раз поиграть. Первый трек во время паузы. Сейчас я вам скину. Это саундтрек из игры Battlefield. Вы можете, он примерно вот так называется. Можете его ВКонтакте обнаружить. Вот. Это для тех, кто Майкл Карлсон. Battlefield 3 OST. Можете ВКонтакте так набрать, если кому интересно. Привет, Зин. Это игра Fear. Игра Fear. Давайте сейчас мы попробуем обновить. Может, мне комментарии на СК2ТВ пооставляли. Вот. А может быть, не пооставляли. Давайте посмотрим, что нам там пишут. Воксик, может, постримишь Фаренгейт? Ну, да, но это было там 17 декабря. Кстати, Фаренгейт я присматривал. Я хочу себе купить лицензионную от Акеллы, по-моему. Там с русским переводом будет намного проще играть. Вот, это на вопросы отвечаю, потому что я что-то комментарии не смотрел. Вот. И Фаренгейт постримлю. Фаренгейт — это игрушка, для тех, кто не знает, от компании создателя, разработчика игры Heavy Rain. То есть в том же ключе, то есть тоже 4 героя. Вот, и такая игрушка. Я ее не видел, но о ней много слышал. То есть, как бы, возможно, я ее, конечно, постримлю. Вот. Ну что ж, друзья, я думаю, в принципе... Я думаю, в принципе, можно продолжать. Ну что ж, давайте. Понеслась. Сейчас я открываю опять чаты, чтобы я все это видел. Вот. И мы продолжаем. Так. He kept everything from us. He never told us we were brothers. With every word, every test, every gift, he was raising us to be killers. Ой-ой-ой, там нас ждет какой-то кошмар. Магазин, да, действительно, магазин — это кошмар. So, tell me, what does it feel like to kill your own brother? Can't say I enjoyed it very much. You didn't even bother to question your orders, did you? You just did as you were told. You know what I think? I think you felt guilty. And that's what kept you on the run. We have strong resistance in Sector 40. These whack jobs are getting more aggressive. We'll have 5 men today. You're fucking insane going back to Fairport. You won't last a minute down there. If we don't get you, those freaks will. Что за уроды? Чувак, лучше бы ты молчал. Sounds like Armagan's feeble attempt to clean up their mess isn't going so smooth. Ой-ой-ой. Thank you.
Да, что-то жесткое происходит. Рубанули нас вертолеты. Так, ну давай, очнись. А это как ни в чем не бывало. Ой, хоть пистолетик есть. Блин, это мне не очень нравится. Каждое начало уровня с пистолетом. Как-то не прикольно. Так, ладно. Погнали. Реально лента какая-то. Тоже такие палеты такие. Мы в России, друзья. Мы в России. Что это такое вообще? Свечки. Красный. Да блин. Жесткач какой-то. Да, ай-яй-яй-яй-яй. Фига себе, сука, свечек. А лесенка так один раз реально обломится и все. Так, куда мне идти? Типа мне здесь спрыгивать, что ли? Найдите выход из магазина. Да легко сказать. Выход из магазина. Наверное, вот это выход. О. Так, автоматик. Блин, автоматика нету. Тук-тук, есть кто-нибудь? Был-то. Так, пистолет еще. Блин, автомат-то дайте. Фига, рисуночки какие-то. Пойдемте посмотрим. Детишки игрались. Ой, как красиво-то, молодцы, так нарисовали-то, здорово.
Это меня явно хотят напугать. А тут сидел какой-то чувак, вы видели, да? Так, чаты что-то примолкли. Друзья, у нас есть в чатах хоть кто-нибудь? Ау. Ау. Ну хоть кто-нибудь, хоть что-нибудь напишите. Да, Омен, спасибо. Вот Омен навсегда здесь. Кирр тоже с нами. Ух, теперь я знаю, что я не один, поэтому мне не так страшно. Кэп с нами. Что-то я куда-то залез. Скаласно. Рухнуть-то отсюда будет. Ой-ой-ой. Нет, фонарик все-таки есть. Ой, пойдем посмотрим, что у нас здесь. Стрелочка сюда показана. Понятно, куда тут идти надо. Давайте посмотрим, что у нас тут имеется. Ну, блин, ничего у нас тут не имеется. Офигеть, вы посмотрите, сколько телевизоров-то. Мечта любого киномана. Кто это такие вообще? Это чуваки бодрые. Make no mistake, we are being hunted. Нас преследуют. Это что за жесть такая? Какие-то вроде они не особо и страшные. А я очковал.
лошары какие-то. Ну иди сюда. Вот это. Фу. Они что, встают типа? Хотел у меня мобилку отжать, позвонить. Чё-то там... Как-то звуки не нравятся вообще. Да. Чувачков-то как-то до хрена. Ну, типа я спрятался. А типа что здесь такое? Блин, ну хоть что-то было бы. С ноги стреляй, но я тебе не Чак Норрис. Блин, Славик, что-то я очкую, как-то, блин, атмосфера нагнетающая. Copy, Oscar 7-2. Be advised, hostiles are likely to still be in the area.
куда идти-то надо? Понятно. Ай, ну, попусти меня. Ай-яй-яй! Страшно-то! Strapped to the chest. I would take care to keep them at a distance, brother. Офигеть. Они обвязаны взрывчаткой. Это вообще, это в рукопашку теперь не похерачи, да? Куда мне дальше? Так. Так, ладно. Слегка подсобрались. Куда мне дальше-то шпилить? Вот я пришел сюда и... А, вот лестница, все, все, все. Ее вообще-то не видно практически. Офига, он мне еще там блоки ставит. Подходи ко мне, противный! Вот так очкую.
Жесть-то, а. Да. Альма была? А где Альма? Альма там была, кукла этой Альмы? Или реально там Альма стояла? Да? Оба. Если куклы, вернусь. Если просто Альма, ну, стояла, стояла. Да, это Фир третий. А, просто пугалка. Пугалки это, по-моему, вот эти вот дряни, которые бегают. Наркоманы. Пикает где-то. Пикает, пикает. Ядрём батон. Идти надо. Выпустите меня. Сзади мы. Мне и так паника вообще со всех сторон лезут. Нет, не пойду туда. Вокс, Вокс, херово здесь, Вокс один. Ну нет. Через мясо идти надо. Тра-ля-ля, вот так вот я бы сказал. Ну, она ничего, издевается, что ли? С такой музыкой. А-а-а!
Пипец. А вот это что за... Ай-яй-яй. Да ну в пень вообще такие игры. Боксу на ночь ужастик какой-нибудь, вы что, издеваетесь, что ли? Боксу и так завтра стирать там очень многое придется. Вокс теперь знает, из какого места выделяется адреналин. Вот. И чем он при этом пахнет. Вокс до сих пор стримит, капец. Так, ладно. Ну это жесть. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Где ты там? Блин, там наверху эта тварь сидит, а? Что это у тебя тут? Это чем ты кидаешь? Ты руками кидаешь? Он руками кидает, вы представляете? Ой. Да кто? Где?
Опять. Отстаньте. Отстаньте. Где ты? Все, тебя рубанули. Фига себе, он руками меня покидал. Я чуть не помер. A mouth of madness. We are staring into it. Ой-ой-ой. Что-то у меня тут оружие много валяется. Офигеть, да ты... Ты в своем уме вообще, нет? Ай-яй-яй-яй-яй. Неужели у нас закончилось тут все это? Блин, 16 патронов всего лишь. Есть еще? Есть еще. 31. Ай-яй-яй. 18. Не, все-таки это фигня полная. Ретробаш. Где это? Все.
blast must have fried their brains. However, there's something about their behavior I admire. Their taste for violence. These are not the simple scrawls of madmen. They are meant to be a message, I think. Come, mother. I'm beginning to think something tremendous is happening. Ой, регенерация будет. Ну это здорово. Так, ну что ж, друзья, товарищи. Фух, спасибо, что были со мной в столь поздний час и помогали мне преодолевать вот эти вот все страхи и сложности данной игры. Игрушка, кстати, замечательная. Мне она начинает нравиться с каждым разом, да. Есть, конечно, некое однообразие, но все-таки держит. Держит в напряжении. Пару раз я немножко даже стул испачкал. Ладно, вот. Что ж, не знаю я, когда будет мой следующий стрим, но при первой же возможности обязательно постримлю. Добавляйтесь ко мне в группу в Стиме. Там я перед каждым стримом делаю анонс. Соответственно, вы это, если в сети, вы это видите. Анонсы будут на вот портале, ну а на остальных порталах там уже, как говорится, повезет. Стримы свои я выложу обязательно на YouTube, свой канал. То есть можете туда делать подписку и смотреть там все мои стримы. Кстати, там все стримы всех игр, которые я стримил. Вот. Ну что ж, друзья, всем еще раз спасибо. И, как говорится, до новых встреч. С вами был Воксик. Всем пока.